На городском театре Анапы заменили буквы. Теперь они в новом дизайне и со светодиодной подсветкой. По поручению главы города в Центре развития и оказания курортных услуг разработали новый проект. Помимо названия храма Мельпомены, теперь на фасаде здания смонтированы и две маски – трагедия и комедия. Это дань Году культуры, который объявлен в России. Все, наверное, знают, даже слышали, что 2019 год объявлен нашим президентом Годом театра. Ну и, конечно, наш Анапа, наш замечательный городской театр не остался в стороне от этого события. И именно сегодня, исторический момент, наши буквы городского театра засветились вновь. Поэтому наши жители, наши гости увидят еще раз нашу рекламу и наше приглашение. Добро пожаловать в городской театр на все наши мероприятия. Всех замечательным событием. Городской театр ждет своих гостей. Хочу раскрыть секрет. На самом деле было несколько проектов, был объявлен конкурс. И вот одна из наших замечательных рекламных агентств выиграла. И вот сегодня приняли участие в установке букв «Городской театр». Конечно, здесь используются новые методики, противовандальные, против различных стихийных бедствий. Все это было учтено. Новая афиша, которая будет установлена совсем скоро, тоже возле городского театра, где будут расписаны все гастрольные коллективы, которые будут прописаны от начала года и до декабря.